Интересно, она эту сельдь приготовила? А что? Да не люблю я эту сельдь. А может, и маму еще мою не любишь? А может, ты помолчишь? Ой, мамочка, да моя-то дорогая. Ой, сколько не виделись. Работа, работа. Мамушка, мамушка, мамушка. О, кто приехал? Здорово. Как добралась? Саша, да как же ты выросла-то? Слушай, сколько мы не виделись? Что сидишь, а? Выходи уже. Уже все вышли давно. Сестру двоюродную обними. Мамуль, слушайте, как я соскучилась по вас. Я хочу оливье. Мамочка, ты так много всего наготовила. Хлеб. Вкусный. Борщ. И вон там еще оливки. Прости, дочка. Мамочка, ничего. Займи его. На шопинг просто ходим, чтобы помочь. Мам, ну на шопинг. Ничего не знаешь, что это такое, что ли? Нет. Ну, одежду покупаем. На, ешь это. Я не хочу. Ешь давай. Мам, ничего не хочу. Хотелось бы чаще. Да, дорогие мои, надо давай, чаще встречаться. Мам, дети вот наши все дети живут одно время. Наверное, забыли где друзья. Нет. Знаешь, чужая шуба не одежда. Чужое место не надежда. Ну уж, одни для огорода, другие для хорошего. Как у тебя дела? А что? Я спросила, как у тебя дела? Идут. Куда идут? В смысле, хорошо. А что ты сейчас читаешь? Книгу. И о чем? О пиратах. Наверное. Тебе сегодня дела? Идут. Так значит, ты читаешь о пиратах? Ага. И кто там главный герой? Капитан пиратов. А что он делает? Плывет на корабле. А чего хочет? Найти сокровища и завоевать принцессу. Вот. Как у тебя сегодня дела? Идут. Ты на меня сердишься? Нет. Так значит, ты читаешь о пиратах?
Да. У него есть корабль, и он едет на нем на остров. И выигрывает сражение. Еще у него есть враги. Довольно? А что он при этом чувствует? Как твой вечер? Идет. Хорошо. А что чувствует твой капитан? Он ничего не чувствует, он мужчина. Может, он что-то чувствует, но скрывает это? Он чувствует, что он победит всех вокруг. Может, он боится? А ты что читаешь? Хемингуэя. А о чем там? О чувствах. Знаешь, а вот мужчина никогда не делает ничего подобного, типа пустого мотания ногами в воде. Очень зря. О чем твоя книга? О любви, о чувствах, об ожиданиях и потере. Капитан искупается? Его еще не боится, капитан. Давай ложись, я сейчас тебя парить буду. Я умею. Давай. Чего молчишь? Или ты ничего не чувствуешь?
Не больно. Незаметно. Мне очень больно. Ай. Солнышко, да ты это, да пощади ты его. В нем и дури-то столько нету. Значит, твой капитан испытывал страх. А что он чувствует теперь? Он чувствует, что он победит всех вокруг, найдет сокровище и спасет принцессу. А что он будет делать с сокровищами? Раздаст морякам. Накупит принцессе платьев. А с принцессой он что будет делать? Он будет ее любить. Разве он может ее любить? Он же не принц. Он настоящий мужчина. Он никого не спрашивает, может он или нет. Он просто будет ее любить. Как? Кажется, я влюбился в тебя. Мы брат и сестра. Извини. Сестру обними-то.